это привозить. Сейчас. А, что-нибудь. Это я портить не буду, это я портить не буду. Так, ладно. Я сейчас просто, как это сказать... Надо срочно проверить. Что-нибудь, чего не жалко. Снова поет под моим окном осень рыжая бестия. Я выхожу на порог в халате, она танцует в ярких шелках. Я не готов принимать последний, для меня ваш визит как бедствие. Она, смеясь, шагает ко мне и отраву несет в руках. Снова я в мокром грязном плаще тащусь через хлеби чужих земель. Снова мне в жизни немного надо хлеб и добрый стакан коньяка. Люд не меня обнимает за плечи, я последний из спятивших мистры. И безумие мое идет впереди и знамя несет в руках. Песенки этой нехитрый мотив я извлекаю из струн дождей. Я буду носить ее возле сердца по светлым залам и кабакам. Я буду сплетать паутину сказки, морочить души смертных людей, скрывая свой магический дар в обманчиво слабых руках. Итак, я буду идти вперед, пока не забудусь ни здешним сном, но я буду знать, что скоро вернусь, и разлука будет легка. Но прежде я так устану в пути, что мой желанный небесный дом, печальный ангел осенних дорог, нес бы меня на руках.